Всем привет! Я в магазине Fix Price, город Орск, улица Просвещения. Смотрите, какая у нас новинка. Гель для душа с семенами. Вот здесь вот на этом цвете не очень хорошо видно. Сейчас покажу другой цвет. И там будет прям хорошо видно, что есть семена. Яркий ягодный аромат геля превратит процесс принятия душа в настоящее удовольствие. Семена чиа. Экстракты ежевики и черники. Вот здесь хорошо видно. А это у нас лайм, наверное. Лайм и мята. Клубника и малина. Как их здесь много, постараюсь показать все. Это манго и ананас. 300 миллилитров, 55 рублей. А это из этой же серии. Маска для лица. Персик, йогурт, персик. А это йогурт малина и йогурт киви. Формула маски специально разработана для использования в ночное время, когда кожа наиболее восприимчива к обновлению и восстановлению. 100 миллилитров, 55 рублей. Я вам рассказывала о таком кондиционере, который мне очень-очень понравился. Я купила себе такой. После него не электризуются волосы. Обычно зимой они очень электризуются, а это нет. И вот решила в комплексе купить себе шампунь. Только вот такого цвета. Сейчас поищу в магазинах, чтобы было все одинаково. И тоже приобрету. Стоимость их 99. Кстати, пока вспомнила о покупках, хочу вам рассказать. Хочу рассказать вам о кэшбэк-сервисе Smarty Sale, которым я уже пользуюсь не первый год. Не могу не поделиться с вами, потому что там очень большие скидки на любой товар, любой магазин, ну почти любой, там более 1100 магазинов. Совершая покупки, вы получаете скидку, кэшбэк. Вы же знаете, вот в Fix Price или в Пятерочке выдают такие карточки, куда начисляются скидки. И потом мы этими скидками расплачиваемся за товар, предоставляя эти карты. Это то же самое. Также заходите через этот сервис, совершаете покупки, и вам начисляется кэшбэк, то есть скидка. Вывод от 1 рубля. Не надо ничего копить. Пожалуйста, сколько заработали, можно сразу оплатить мобильный телефон или вывести просто на сберкнижку. Или расплатиться за товар, который вы купите по новой. Ведь когда мы заходим в магазин, мы всегда обращаем внимание сначала на товар со скидкой, а потом уже идем смотрим другой товар. Скидка – это всегда приятно. Покупки можно совершать не только через компьютер, но и через мобильный телефон, скачав мобильное приложение. Как на Android, так и на iOS. Регистрация там очень легкая. Заходите, регистрируетесь. Это очень легко, поверьте. И пользуйтесь. Этот сервис никогда вам не даст забыть про эту скидку. Как только заходите совершать покупку в интернет-магазин, там всплывает такое окошечко в правом углу. Я не знаю, как сейчас будет в правом. И нажимаете на это окошечко и переходите в этот магазин, который вам нужен. Пожалуйста, покупаете, получаете скидку, оплачиваете телефон или оплачиваете следующую покупку. А если возникают какие-то вопросы, там имеется техподдержка, пожалуйста, обращайтесь туда, вам всегда помогут. Техподдержка круглосуточная, я, правда, ни разу не обращалась, всегда все хорошо, но если возникают какие-то проблемы, пожалуйста, обращайтесь, вам всегда помогут. Ссылку на этот сервис Smarty Sale я оставлю под видео в описании. Пожалуйста, проходите, смотрите, покупайте. Получайте скидку. Всего вам хорошего!
Фигурки животного появились новые. Собери свою коллекцию. Даже не буду называть, кто это. Вообще не могу понять. Конечно, если посидеть, подумать, можно вспомнить. Но сейчас я не буду вспоминать. Черепахи. Слава богу, хоть черепаху помню. Вот такие уже у нас были, по-моему. Овца. Лиса. И очень-очень много еще. Паровозик за 77. Ой, да ничего же себе. Смотрите, какой светильник опять новый. Ночник светодиодный. За 99 рублей. Папка для уроков труда на шнурке. Здесь на замочке, на молнии. И еще есть ручки. Такая яркая. Выбор огромный. Давайте последнюю покажу и все. Закладки. Набор магнитных закладок. Эти закладочки подходят на тетради. На книге, если большое уже вот много прошли, то они не держат. В тетрадочках держат нормально, а в книгах нет. И вообще уже дети все это поубирали. Сначала пользовались, потом перестали. Их огромное количество разных расцветок. Эти уже побольше. Ну, не знаю, будут они тоже держать или нет. Я так думаю, даже и пользоваться, наверное, не будут тоже. Всегда сначала интересно, потом... Хотя, не знаю. Носочки Зувей спортивные. Почему-то 41-44, но мне кажется, они маленькие. Видите, они прям, можно сказать, с ладошку с мою. Может быть, они растягиваются хорошо, но мне кажется, они маленькие. А так, интересные. Вот эта полосочка сбоку интересная. Скорее всего, наверное, 55. Цены здесь нет. Женские шапки. Я такие не видела с цветочками. 56-60 размер. Состав 100% акрил. Изготовлено в ноябре 2019 года. Они тепленькие. Это зимние шапочки. Вот такая. И вот такая моделька. На вид неплохие. Конечно, если цветочек убрать... А здесь нормально. За 199. Кстати, вот я шапку покупала красную. Я сменила помпон на ней. На натуральный. В рукоделие зашла. И там такие помпоны разных цветов. И подобрала такой помпон. И она стала более интересная. Перчатки я такие не видела. Со снежинками и бусинками. Теплые. За 99 рублей. В составе 28 шерсти, остальное все полиэстер, акрил, полиамид, вискоза и так далее. И беленькие. Еще перчатки, эти уже полегче, это скорее всего осенние, весенние. Какие они мягкие, мягкие, такие приятные. За 199. Вот эти перчаточки можно носить. Классные прям. В этом магазине две расцветки. Светло-серая и темно-серая. За 199. Чипсы пшеничные. 90 грамм в ассортименте. 18,30. Хруст до последней крошки. Со вкусом стейка на углях. Объемные 5D. Такие сухарики со вкусом томата с зеленью. 8,50. 50 грамм. Багет 27,50, 60 грамм. Сырное ассорти. И королевский багет. Вот такие бывают.
мексиканские лепешки, давно не показывала, пшеничные со вкусом сыра, ни разу не брала. 265 грамм, 51 рубль. Вот мне интересно, вкусные они или нет, ведь они столько здесь лежат, и ничего им не с ними не случается. Странно, они мягенькие, не жесткие. Почему не пропадают? Это вопрос. Четыре штуки в одном пакете. Кому понравилось видео, подписывайтесь на мой канал, ставьте пальчики вверх и не забывайте нажимать на колокольчик. А я вас всех обнимаю и люблю. Пока-пока.